Вы хоть представляете, что здесь может с вами случиться? Эй, ты уверен, что справишься? Еще бы. Если хочешь, поговорю со своими парнями на складе. Может, им нужна помощь? Не надо, спасибо, Тед. Не понимаю, что ты в нем нашла. Еще бы. Удачи. Почему ты бросил маму? Ребята, вы лучшее, что у меня в жизни есть. Что? Единственное, в чем я не облажался. Дай сюда! Вы что делаете? Простите за крик. Вы хоть раз пробовали стрелять? Съездим попробовать? Да, соглашайся! Ладно, давай. Я заплачу. Тед дал нам карточку на всякий пожарный. Это не всякий пожарный. Где мой телефон? Я хочу побыть с вами. Телефон будет только вас отвлекать. Молодец! Садись за руль. Я тоже хочу. Тебя из-за руля-то не видно. Дурак! Прекратите! Матери ни слова об этом. Нет! Нам с вами запретят видеться. Нет, нет, нет! Я не могу этого допустить. Неизвестно где. Смотрите, там дом. В самый разгар зимы. Что это? Стоять! Господи! А он знает, что делает? Эй, вы тут что забыли? Опасен может быть каждый. Это ведь не твой дом. Мы его первые нашли. А папа где? Куда он ушел? Не знаю. А где второй? Слушай, я ваш отец. Мой долг вас защищать. И каждого можно довести. Что ты с ним сделал? До грани. О чем это он? Надо держаться вместе. Папа! Он не хочет уходить. Юэль Кинеман, Том Холланд. Зачем только поехали? Хочешь мне что-то сказать? Говори! Нет! Я постараюсь вас защитить, слышите?